Смотри, куда едешь! Ты же не хочешь, чтобы было бобо? Несите веник и совок. Надо сходить на склад. Окей. Прошу, не меня. Предсмертные пожелания меня. Будут? Я просто нажму на курок. Боже мой, он будет стрелять! Убей! Мне это снится. Не наставляй эту дуру на меня. Хватит, я сдаюсь. Ты знаешь, кто я и на что я способен. Если не хочешь стать трупом, отдашь мне свой бизнес. Ладно, бизнес твой, только постарайся не облажаться.
знаешь, что будет, если и дальше убивать невинных? Не стреляй! Чего? Прошу. Бросай! Я ничего не делаю! Кто тут все вычистит, когда ты сдохнешь? Убей! Убери пушку! Мне это снится! Боже, он будет стрелять! Не наставляй эту дуру на меня! Сказал же, я и заплачу. Где теперь твои друзья, а? Они не защитили тебя. Так почему ты не хочешь работать со мной, а? Прекрасно. Тебе нужно это место, оно твое. Встречаемся с мистером Ротом в каких-то клоповниках. Что это за хренов миллионер? Какая авария! Так и должно было случиться. Слишком близко к их территории. Что делать будем? Дом, у нас проблема. Плечо! Утираем! Ваш человек жив, мистер Рот. Правда, его слегка поцарапали. Бывало и хуже, поверь мне. В знак моей благодарности прими этот дом. Это было мое конспиративное логово во времена сухого закона. Спасибо. Большое спасибо. Что, еще в то время? Стало быть, историческое место. Может быть, в подвале до сих пор можно найти бочонки рома. Но, Доминик, я хотел поговорить совсем не о доме. Я хотел рассказать тебе о других вещах.
Ты, как никто, должен знать, что семье нужен капо. Выбери одного из своих проверенных ребят и назначь его капо режима. Власть сделает его сильнее. Он научится управлять людьми. Это важно, Доминик, потому что Гранадос и Тони Розата попытаются тебя достать. И ты должен быть к этому готов. А тут неплохо, а? Я предпочел бы свой номер в отеле, но, как говорится, нищие не выбирают. Все вокруг говорят, что у Рика Гранадоса обширные связи. У него друзья на самом верху. Что ты знаешь об этом? Да, мэр, начальник полиции, большие начальники из профсоюзов, они все в руках у Рика. Но если ты сделаешь им одолжение, они сделают что-то полезное и для тебя. Так что посети их с дружеским визитом. Только представь себе, Фреда, если я изведу Гранадос, то отхвачу такие деньги, это все равно, что ограбить Форт Нокс. Гранадос не разбегутся, если ты крикнешь им «Бу!». Надо заручиться поддержкой влиятельных лиц. Например, у тебя есть знакомые торговцы оружием. Или кто-то из копов случайно не заметит улику. Черт, даже кто-нибудь из ФБР вполне может помочь. Оказывать услуги обычным людям – это одно. А вот прикормить судью, прокурора или шефа полиции – значит иметь влияние. Привлеки профсоюзного босса, и его люди восстановят твой бизнес после взрыва. Кое-кто может вытащить твои громилы из тюрьмы или больницы, отозвать копов, преследующих тебя, или даже засадить в тюрьму кого-то из вражеской семьи. Хорошо, что возврат этих услуг можно потребовать в любое время. Полезно иметь друзей в верхах. Что думаешь о новом капо? Мне кажется, он молодец. Эй, красавчик. Я захватил там кое-что на память. Покажем недоумкам Гранадос, как в Нью-Йорке делать дела. Ну ты даешь. Тоже мне генерал Паттон.